О боги рулетки, услышьте меня! Подожди, это реально? Давно, давно я таких эмоций не испытывал. Ну а перед тем, как мы сейчас начнем, я приглашаю тебя, именно тебя, братишка, играть вместе со мной на Grand RP первый сервер. И чтобы твой путь не начинался с бомжа, я дарю тебе 250 тысяч долларов и 7 дней випа, с помощью которой ты будешь еще больше зарабатывать и быстрее прокачивать своего персонажа. А получить ты их можешь, если перейдешь по ссылке в описании и зарегистрируешься. Или же ты уже находишься в игре, через телефон заходишь в подарки и в эту строку вобьешь мой промокод ИГРАД. Ну а теперь, собственно, к ролику. Погнали! И всем огромнейший привет, друзья, с вами, как всегда, я, Саня Играт, и добро пожаловать на новенький видеоролик по GTA 5 Grand RP первый сервер. И мы сегодня будем крутить рулеточку на 10 тысяч доната. Откуда у меня будет 10 тысяч доната? А мы сейчас возьмемся и окунемся в прошлый видеоролик, где я выбил вот эти вот предметики. Мы их сегодня сольем ради того, чтобы сегодня попытать удачу и выпить что-то охуенно и дороже этого. Я надеюсь, нам очень сильно повезет, друзья. Кулачки, блять, пожалуйста, кулачки вот так сожмите, а лучше вот так вот, с лайком вместе. Вот прожмите лайк, подпишитесь на канал, поддержите, пожалуйста, своим комментарием. И мы, друзья, сейчас на счет 3 будем открывать с вами, наверное, автомобильные кейсики. Ой, кейсики, рулеточки, контейнеры, вот эти вот, по 3 штуки. Тройка игроков! Вы готовы? Да, господа, мы готовы. Итак, друзья, 1, 2, 3, поехали, первое открытие пошло. Пух, тыш, бах, пух, сейчас начнется подгруз звуков. Все, подгрузилось, короче, заебись. Продаем за 25. Автомобиль 820 и 80 рублей, блядь, в окупе, нихуя. Ну как в окупе, просто немножечко вернули свои деньги, которые мы потратили за одно открытие. 100 рублей, 25, 80. Хуйня, хуйня, давай нам побольше. 100 рублей, 100 рублей. Ну и 80, просто на сдачу. Надо менять тактику, наверное. Сейчас еще тройку открываю. Яхта пролетела, ты видел? Она как бы залагала такая, дала надежду. Бля, мне кажется, вот сейчас будет. Просто, если ничего не дало. Раз, два, три. Раз, два, три. Блядь, столько раз и нихуя. По 6, друзья, по 6. Надо открыть по 6. Глубокий вдох. Успокаиваемся, успокаиваемся. Просто нужно выдохнуть и открыть. А, милые мои родители. Есть! Есть, сука, 5000 доната. Мы уже в плюсе будем на 1000, между прочим. Если я это сейчас продам. Ну, пока что я не буду продавать. 555 рублей, 25. Автомобиль за 590, 80 на конце. Слушай, хорошая. Вот эта вот шестерочка хорошая. Но автомобиль, блядь, легендарный, который нихуя не стоит и так мало еще и доната. Я немножко вот в этом моменте расстроен, но 5000 тоже на дороге не валяется. В любом случае, пойдет, пойдет. Уже легендарку дало. Надеюсь, блядь, даст еще какую-нибудь. 555, 25, 25, 80. Тут как-то вот это вот все прохладненько, прохладненько. Не чувствую. 500 рублей. 500 рублей, хорошо. И еще 500 рублей. А такое бывает, такого не было еще ни разу, что... Двадцать одна тысяча 555 рублей доната, чтоб вы понимали. Вы понимаете? Или вы еще до сих пор не поняли? Я сам нихуя не понял, но я очень счастлив, что я выбил этот Rolls-Royce, блядь, за 21555 рублей доната. Друзья, это гениально просто. С 10 тысяч доната выбить уже 2 легендарки? Но такого не было. Это очень хорошее открытие, потому что еще было 2 по 500 вроде, да? Ебать, 22, уже 26 тысяч рублей доната. Было 10, еще 5 у нас есть на балансе. Давай сюда, нахуй, еще что-нибудь дай, пожалуйста. Я верю, я в тебя верю, братишка.
Ну, пока что-то 80, 25. Во, все, 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 пустые, пустые пошли, да? Бля, не хочется мне, конечно, продавать Rolls-Royce. Но, походу, придется. Давай еще шестерку. Еще шестерку откроем. В надежде, чтобы хотя бы какие-нибудь, хотя бы, ну, самые конченые тачки повыпадали. Но, оп, 820. Хорошо, и 25. Ладно, ладно. Еще одна шестерка игроков. 25. 25, 25, бля, да не гони, серьезно? Все 6 по 25 рублей. Слезы просто наворачиваются. Так, друзья, последнее по ходу открытие, но у меня еще в загашнике есть, получается, мы сегодня выбили. Мы сможем еще пооткрывать, но просто я хочу, бля, не знаю, что я хочу, поехали. Мы сейчас с вами решим, мы сейчас по ходу ролика с вами решим. 500 рублей доната. А, да, не могу. 600 рублей у меня остается. Давайте думать. Вот прямо сейчас с вами думаем. Что делаем с этими автомобилями? Я хочу продать вот эту тачку. А ту тачку оставим в загашнике, потому что нихуя себе 22 тысячи доната, считай. И я могу сейчас и Battle Pass полностью пройти, да пройти. Еще что-нибудь сделать, и еще и останется. Поэтому надо сейчас вот эти 5500 куда-то грамотно присунуть. И я думаю, в одежду. Зайти в одежду, потому что если что-то выпадет охуенное с одежды, то это плюс деньги. Ля, сколько сумок. Ни разу такого не было. Это намек на то, что сегодня будет сумочка. Так, по шестерке, друзья, по шестерке сразу начнем. Ах, давай, поехали. Блин, надо было подождать, пока оно прогрузится полностью, все картиночки. 20. Бля, опасно сейчас. Я могу скипнуть случайно. Я могу скипнуть. Надо подождать, пока оно все прогрузится. Все, прогрузилось. Можно открывать. Поехали. 25. 80. 100 рублей доната. 80. 25. 80. К сожалению, пусто. И грустно. Пусто, грустно. Еще шестерка игроков открывается. И тачка нам... А, какая тачка? Тут мы же в одежде, бля. Какая тачка? 250, 25, 80, 150 и 25. Тройка игроков. Готовься. Готовься. Потому что-то шестерки не дает. Давай троечка. Выпади что-нибудь еще на 5000 доната. Ну, просто. Ну, просто. В смысле, я две открыл? Или сколько я открыл? Открывал три. А два показало. Или мне показалось. Какой-то бешеный неподгруз, разгруз. Что происходит? Сюда. 3000 доната. Продаем. Сразу продаем. 3000 доната. Это хороший стартап, блядь. Чтобы сейчас хуяк. Почти, ты видел? Почти охуенный Луи Виттон светящийся, который у меня есть, выпал. 25, 25. А что, тройки сегодня дают? Давай тройки дальше открывать. 25, 25, 80. Заебись. Следующее. Ну, хотя бы что-то еще выпади. Что я зря продал? 25 и нихуя. А если вот так, 1800. Ладно, тройки продолжаем. Сейчас. Или никогда. 120. 111, 80. Последнее открытие, закрываю глаза, отворачиваюсь вообще. Просто отвернулся, не смотрю. И это тачка. А, какая тачка? Тачка в одежде, Саня, ты... Да, 250, 120, 80. Могу однерку открыть? Ну, просто так. А, я просто хочу понаблюдать. А вдруг нам сейчас... Короче, машины сегодня дали. Мы в плюсе, ебать, в охуенном плюсе. Не знаю, что делать с этим Rolls-Royce, он у меня когда-то был, я его продал, и такой, думаю, нахуй я его продал. А сейчас, когда нужен донатик, скорее всего, опять его солью. Ну, это штанишки за 111 вроде, у нас будет еще шанс, кстати, еще раз открыть. Хуяк, 111. И быстрое открытие, единичка, 500 рублей доната. Вот это быстрое открытие, поехали еще раз. Подожди, это реально? Нет, ну это реально? Никогда такого не было. С быстрого открытия с одной штуки на последнем издыхании выпадает легендарка за 444 рубля доната, друзья. Блять, ну это мощно. Я думаю, это мощно, это нужно лайк прожать, как минимум, блядь, кто еще этого не сделал.
Давно я таких эмоций не испытывал. Охуенно. Это... Ну, чтобы вы понимали, это 35-36 тысяч доната просто. Донат инвентарь. Вот просто открываешь донат-хранилище, дверь. Сегодня одни легендарки. Там что-то одна редкая выпала. Все остальное легендарки. С 10 тысяч рублей доната на минуточку. Опять хочу вам напомнить. 10 тысяч рублей было затрачено на это все. И как оно вот это вот все окупилось охуенно. Пиздат. Четко. Мощно нахуй. Мощно. Если ты еще не поставил свой мощный лайк, значит ты слабачок. За такое открытие, я думаю, блядь, жирный лайк и достойно. Вот просто достойно, блядь. Рулетка топ, нахуй. Обязательно свой комментарий, друзья, поддержите, там какую-нибудь мотивашку напишите, мне будет очень приятно, я всегда отвечаю на комментарии, обязательно подписывайтесь на канал, а я с вами буду прощаться, сейчас, блядь, просто пойду охуенно рыдать нахуй от счастья, блядь, охуеть, охуеть. Всем спасибо, всем пока-пока.